Для тех, кто не видел предыдущие части видео о нашем путешествии по реке Катунь, в двух словах расскажу. Катунь берет свое начало с ледника Геблера, что стекает с высшей точки Сибири горы Белуха. Находится это труднодоступное место в Катунском заповеднике, посещение которого без разрешения запрещено. Мы вынашивали идею пройти этот нехоженный на моторной лодке участок Верхней Катуни целых 3 года. Все попытки договориться с администрацией заповедника успеха не достигли, и мы рискнули осуществить свою мечту, осознавая весь риск и последствия, которые нас неминуемо настигли в лице егерей заповедника. Но об этом чуть позже. Хочу интейком биться. Зачем нам под деревом? Ну сейчас не поднимешься. Поехали, держись. Так вот, стартовали мы с села Мороловодка Ускоксинского района и поднялись до правого притока реки Катунь, реки Капчал. До начала ледника мы не дошли всего 8-10 километров. Первую часть спуска от реки Капчал до места ночевки вы можете посмотреть на моем канале в предыдущем видео. Все, пацаны идут! Обе лодки! Наш штурмовой лагерь был установлен между реками Узун-Карасу и Верхний Кураган. До начала каньона нам предстояло спуститься 27 километров. Вот первое место. Ничего не видно, соответственно. Переночевав в лагере вторую ночь и упаковав все имущество в лодки, мы начали спускаться. Я предлагаю зачалиться вот здесь. Основным и самым опасным препятствием на этом участке реки является каньон Щеки. Длина каньона 5 километров с 5 порогами. Местами река сжимается скальными стенками до ширины 4-5 метров. Мы-то без касок. Спускаться решили кильватер на колонну, страхуя друг друга. Лампочка горит! При необходимости проводим разведку опасных участков. Держись! На нос! Первым идти выпала честь моему экипажу. За нами идет Андрей, а замыкает колонну Сергей. Дождь, идущий весь предыдущий день и всю ночь, все-таки прекратился. Выглянуло солнце и немного потеплело. Вместе с тем, после дождя значительно поднялась вода, что, как мы полагали, отрицательно скажется на сложности и без того опасных препятствий. Собственно, мы не ошиблись.
Итак, охарактеризовать каньон можно как участок с достаточно сильным уклоном и минимальным количеством мест для безопасной швартовки. Препятствия в виде сливов и прижимов находятся на значительном удалении друг от друга. Выглядят пороги примерно однообразно. Обычно это скальное сужение и слив. Далее участок быстротока в скальных стенках с высотой не более 10 метров. На самом деле каньон Щеки достаточно жуткое место, поскольку вплотную подступившие к реке горы давят, и находиться здесь неприятно. Это чувство было у всех участников нашей экспедиции, поэтому мы без остановок шли вниз, желая побыстрее покинуть это место. Как выяснилось, все препятствия читаются с воды и дополнительного просмотра не требуют. Дороги при исправной технике идти несложно, так как в любой момент можно скорректировать направление движения. Принцип прохождения прост. Подходишь к сливу на глиссере, определяешь направление движения, даешь газу и прыгаешь на валах. Главное не ссать. Это вообще мой слоган. Идущим сзади задача упрощается в разы, так как ничего выдумывать не нужно, просто идешь тем же следом. Я тем временем страхую идущих за мной ребят, поскольку бывает всякое, а безопасность на воде прежде всего. Мы всегда опасные места проходим вместе, дабы исключить неприятности, поскольку бывали случаи отказа техники. Допустим, перед порогом заглох мотор, и что делать? На весла груженной лодкой управлять сложно. Также можно легко повредить даже бронированную лодку, об острый скальник или топляк. В общем, на одной лодке я в каньон точно не полезу, поскольку это опасно. На самом деле, я никогда не качаю лодку до рекомендуемого давления в 250 бар, и это неоднократно помогало избежать неприятностей. При наезде на препятствие материал проминается, а не рвется, как бывает при перекачке. Ура!
Поскольку все участники экспедиции имеют большой опыт водометных путешествий, сложности при прохождении каньона не возникло. Единственное, с поднятием уровня воды валы в сливах стали значительно мощнее, чем при подъеме. У меня сложилось впечатление, что если бы мы поднимались по этой воде, я на своем комплекте скорее всего не прошел этот участок. О, лодка железная, смотри, лодка железная стоит. Егеря похожа. Это же место. Ну что, можете нас поздравить с первопрохождением на моторе Катулских щек? Это действительно были егеря Катунского заповедника. Они уже второй день караулят нас в этом месте, так как неподалеку от реки у них расположен кордон, в котором, к слову сказать, на постоянку никто не живет. Егерей заповедника мы случайно встретили еще когда поднимались, но то были рядовые сотрудники. Тогда нам выписали штраф за нарушение границы заповедника и отпустили. Сегодня их больше, и настроены они явно агрессивно. К большому сожалению, все камеры были выключены, и показать вам по этому поводу нечего. Начался жесткий прессинг с угрозами сдать нас пограничникам, поскольку здесь еще и 5-километровая пограничная зона с Республикой Казахстан. С угрозами арестовать всех до выяснения личности, хотя как минимум моя личность им давно известна. Ведь мои видео про рыбалку на Верхней Катуне и ее притоках они видели неоднократно, в чем сами собственно и признались. Проблема в том, что паспорта с собой были не у всех, и это, конечно, наша ошибка. Часть паспортов была в базовом лагере на острове, что в 4 километрах ниже по течению, часть в машинах. Нас полностью досмотрели, заглянув в каждую сумку, каждый пакет, каждый кан и тубус. Рюкзак от квадрокоптера также вниманием не обидели. Искали парни в погонах рыбу, ловить которую здесь запрещено, в надежде выписать штрафы на десятки тысяч рублей. Ну, как вы знаете, рыбы мы не поймали вообще. А если бы и поймали, то сразу съели, немного присолив. Поскольку здесь в верховьях водится только хариус, а какой он вкусный в Сугудае, вы и сами знаете. Искали оружие, с которым здесь также находиться запрещено. Думаю, и мясо морала или какого еще дикого зверя их интересовало. Но у нас, кроме позитивного настроения, не было ничего. Мы хоть и нарушили режим посещения заповедника ради исполнения своей мечты, но рвачами с потребительским отношением к природе никогда не были. Длилось все это больше часа, после чего нас сопроводили до острова, уже там оформили на каждого штраф в размере 3000 рублей. А на меня плюсом оформили еще 3000 за разведение костра, кстати, на том же острове. Остановили нас, короче, егеря, выписывают штрафы, оформляют за костер, хождение на территории заповедника, вот их лодка матерая, да уж. О, цепляется, смотри. Мне видео нужно, мне зачем фото? Ты хочешь, как фильм был? Конечно. Все, мы покидаем наш остров и едем домой. Спускаться нам порядка 100 километров до села Мараловодка. К вечеру будем у машин, утром следующего дня будем дома. Счастливого пути. В заключение еще раз выражу свое мнение по этому путешествию.
Несмотря на сложные погодные условия и все трудности, с которыми нам пришлось столкнуться, мы получили неоценимый опыт и огромное удовлетворение от первопрохождения истоков Катуни, от того, что мы смогли и у нас все получилось. Если при просмотре этого видео вам что-то непонятно, посмотрите 4 предыдущие части. Там вы найдете ответы на многие вопросы. Друзья, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Огромное спасибо за просмотр. До новых встреч!